Так, меня слышно? Нормально все? Да, брат, поговорим в Дискорде. Напиши ко мне в Дискорд. Пишемся, пообщаемся. Проблем нету. А кто говорил, где побриться можно? Даже чиба. Типа это в магазине, где шмотки покупаешь, эту маску надо снимать, да? Ё-моё, здорово, спит. Луис, Луис, здорово, как ты? Нормально, блин, ты как? Ничего, тоже потихоньку. Ты чё? А чё такой тихий? Не знаю, тихий я, да? О, сейчас вообще как будто, ну, как будто супер. Да? Ага. Что ты делаешь? Я по бизнесу езжу, блин, тут, по городу. Хорошо, я здесь в кафе, если что, в клюкве. В клюкве? Блин, я только оттуда. Окей, сейчас еще туда подъеду. Давай. Тут ванили, блин, девки танцуют, пиздец. Серьезно, ванили? Ага. Сейчас туда поедем, тогда заезжай за мной. Че, ты сюда? Нет, ты сюда. А, я туда? Да, ты сюда. Давай, сейчас скоро буду. Давай. Спасибо. Легенда от души задана. Туда, туда зайти день. Сейчас я не смогу. Опа. Я стримлю. Давай, аккуратнее, мужик, ты че? Давай. Давай, стой, стой, аккуратно, садись, сама вот так. Аккуратней ты чё? Спасибо. Не благодари, нормально все, я же так должен был сделать. Не благодари, похуй. Не забывай. Да-да-да. Годжи, моя сученька, блядь, никого нету, только я и ты, блядь. Грязная мразь. Какое счастье. Не видеть никого, кроме тебя. Как можно тебя называть? Подожди секундочку, алло. Алло, what's up, man? О, шустрый. Как ты? Нормально все, ты как? Все четко, ты как? Нормально, ты как? Нормально. Я сейчас... ты где, в городе? Да, в клюкве. Давай я сейчас минут через 7-8 заеду тогда, заберу тебя. Давай, ты вчера куда-то потерялся, мы тебя ждали. Все, все, сейчас через 7 минут тогда я тебя заберу. Давай, ага. Возьми деньги, если я снял с собой пятнашку. Да, да, хорошо, давай. Хорошо, возьму. Ага, давай. Слышишь? Вас побрили, я смотрю, да пизделись вы все-таки. В смысле побрили? Я постригся, пошел в парикмахерскую. Ну, расскажите, да. Я это серьезно говорю. В другом месте где-нибудь. Почему такая злая на меня? Ну, потому что ты злой на меня. Я не злой на тебя, я просто тебе так симпатию выражаю свою. Понятно. Надеюсь, ты тоже? Нет, я симпатию по-другому выражаю. По-другому? Да. И как же? Делаю приятные вещи людям. В рот берешь? Ну если... О, боже. Что, Бладинга, мозги затроили? Да, затроили. Курить хочу, сейчас умру. Он такая ты вот тупица, поэтому тебя мозги троят при таких вопросах. Все-таки я думаю, ты допиздел, тебя побрили. Все-таки я думаю, ты в рот нормально берешь. Что ты куришь, вы здоровье свое убиваешь? Дряхлое. Ну вот так, хочу побыстрее сдохнуть просто. Сдохни, отсасывай мой член. Да он маленький, господи, он даже не достанет ни докуда. А докуда ты хотела бы, чтобы он тебе достал? Ну... Большие члены — это круто, такой как у тебя — это не круто. Ты же мой даже не видела. Его, я не знаю, двумя мизинчиками взять только можно. Так ты же его не видела. Я чувствую, от тебя веет вот этой аурой маленького члена. То, что выебываешься много.
Парни с большими членами, они вообще не выебываются, им нечего доказывать. А ты, я вижу, чемпионка мира по разнованию членов, да? По распознаванию. Ну, вообще да, кстати. Видно, ты много хуев повидала в своей жизни, что так уже немного определяешь. Немного? Mm-mm. На тебя посмотришь, такое ощущение, как будто нету человека в этом городе, который тебя не выебал. Нет, это не так. Это пипец как так, со стороны виднее. Посмотри давайте на себя. Давайте-ка мы на тебя посмотрим. Давай, посмотри на меня. Фальшивая голова, вон. Какая голова, фальшивая? Фальшивая. Фальшивая? Еще да. Что? Борода тоже не очень. Бороду сбрею, да, согласен, сегодня пойду. Еще что? Да я не могу, ты наклонился, конечно, раком стоишь, но для кого ты жопой торгуешь. Встань прямо, как мужик. Вот я стал прямо, как мужик, а соси у меня хуй. Как ты женщина. Господи, у тебя члена нет, я тебе повторяю. Пойдем посмотрим в туалет. Жало комариное. Пойдем в туалет посмотрим. Ты хочешь... А ты не видел свой член, хочешь разглядеть? Я хочу, чтобы ты на него посмотрела. По лбу тебе постучать своей балдой, яйца тебе в рот закинуть. А не-не-не, не выйдет. Здесь как бы люди пришли, не будем перед ними наши вот с собой отношения, то, что как ты мой хочешь хуя отсосать, выяснять. Ёбаный в рот. Кто ёбаный вот в рот? Вот так вот и живем. Вот так вот и живем. Где у вас отношения, конечно. Да. Нет, меня с ней вообще ничего не связывает, он грязный. Меня с ней ничего не связывает, она такая чистая с виду, но внутри такая поеботина. Любит она, любит. На нее смотришь, любит она, когда ее жестко отрахивают. Не долбые бы всякие, конечно, с выбритыми висками. Нормальные мужики, блядь, с прическами, блядь, здравыми. Здравые прически это какие? Ну, такие ровные, как обычно, чтобы везде все одинаково было. А некоторые долбые бы берут так вот прическу, осрают виски. Вот, а, вот, посмотри. Чувак, ты меня долбоебом сейчас назвал. Что, я? Да. Я не назвал тебя долбоебом. Ты что-то... Сказал про прическу, что у тебя случилось? Не-не-не, это не тебя касалось. Точно? Это 100%. Да, спокойной ночи. Пока. Видела, что-то блядь, смотришь? Как он меня зассал, блядь. Ну, я думаю, что с ним так не надо разговаривать. Почему? Я думаю, что он может вернуться и убить. Он такой серьезный хуй, да? Он серьезный какой-то, да. Сосала у него уже, честно скажу, только мне никому не расскажу. Нет. Откуда ты знаешь, он серьезный? Мне кажется, ты... Мадам. Почему мадам? Ты со всеми такая? Мне кажется, у вас проблемы с интеллектом. Она... Мне, пожалуйста, кофе. Она чуть ебанутая, не обращайте внимания. Она серьезный хуй когда-то пососала, ёбу дала. Блин, а чего меня оскорбили? Я не буду вас обслуживать, вы знаете. Вот она. Я вам сейчас, блядь, этот кофе в лицо плесну, понятно? Здорово. Здрасте. Здорово. Луис, привет. Нормально все. Все хорошо. Че, помирились уже с Жижечкой? Да? Да, мы с ней не ссорились. Да, он на коленях стоял, прощения вымаливал. Она у меня в туалете хуй пососала, и мы замяли этот разговор. Реально? Ну, нет. Я попросил. Жижа, а где? Луис, она только с отношениями мужики сосет. Так просто она не посасывает, сразу вам говорю. Нет, Луис, у тебя, понимаешь, у тебя больше шансов, чем у этого. Реально? Да.
блядь, это... То есть у взрослого старого мужика больше, чем у меня шансов? Ну, Луис-то, конечно... Да, ты себя видел. А ты себя видела? Какая-то плохая. Это надо еще задуматься, давать тебе в рот или нет. Слышишь? Тебе нечего давать. Ляпу какую-то одела. А? Давай у ребят отсоси, нормально все, закроем этот вопрос. Я больше не буду. Мне кажется, я прощу тебя. Этого нужна, не я. Договорись. Договориться сейчас он, подожди, я хочу. Иди пойди договорись с человеком, чтобы отсосать у нас у всех. Да, давай сосать. Давай, все. Давай, сосать мы любим. Сейчас... Ой. Договорись. Ой. Что вы? Что-то вы, это, конечно, да. Что вы? Вы только что признались во всем. Вы сами хорошо справляетесь. Так я предложение не договорил, ты уже, блядь, уйка, ты же ебанутая. Жижи, сделаешь мне супчик какой-то? Да, ну и солнышко, какой? Не знаю. Томатный давай. Давай. И рыбный. Какие-нибудь темы движения, что-нибудь есть? До баррикады, пожалуйста. Не знаю, блин. Сейчас в основном ездим, налаживаем, но бизнес. Ты отошел после смерти вчера на соболезнование, хоть я был, ты никакой вообще был. Болел, по-моему, да. Еще. Да я сейчас болею. Вчера, да, вообще я паник, блин. Херово, блядь. Да, конечно. Держись, Луис, все нормально будет. Ладно. Хороший мужик очень. Ты тоже вроде приболел, у тебя с голосом. Тут я слышу, то не слышу. И это да? У меня уши заболели, ага. Не знаю, наверное, у тебя, Луис. О. Да, у него правда, у него да. С голосом что-то. У кого, у меня? Да. Ага, то тихо, то громко. То тихо, то резко громко вы разговариваете. Это эмоции. Ты где? Не знаю, что это такое. Луис, нормально все? Не знаю. Все понял. Кофе. Луис, можно тебя на минуту? Ой, слушай, иди отсюда. Да, конечно. Хотел с тобой потренироваться с моим голосом. Как, что вообще?
Горло болит у меня. Сейчас тихо. А вот сейчас? Тоже. А вот сейчас? Тоже. А вот сейчас? Тоже. А вот сейчас? Нормально. Серьезно? Ага, вот так класс. Вот так, да? Ба. И вот так? Вот так нормально. Ну вот так, короче, нормально, да? Да, вот так нормально. Вот так. Ага. Все понял. Что там веду? Ничего. Блять, ничего. Поняла. Ты что себе думаешь делать? Не знаю, здесь я жду Шустрого. Шустрый должен подъехать. Ау, нормально. Вы что будете делать? Шустрее, скажи. Мы сейчас заезжаем по заведениям, которые представляют алкоголь. А где ты говорил, девушки есть? Водили. Вот сейчас прям тоже? Ба. Понадже. А? Элт? А сколько букв в твоем имени? Да, да, Слит. Ну уже даже не 7 минут прошло, а 17. Так я вот уже подъезжаю. Все, вижу тебя. Ага, давай. Несколько одинаковых, что ли? Мотоцикл и так лежал. Давай быстрее, я тебе говорю, 200... Он просто так лежал тоже. Да ничего не лежал, типа я ехал, лежал. Сбил его. Лежал. Я падал. Не расскажу сказки. Ненормальные. Иди на камеры посмотри, там камеры есть. Какие камеры? Ненормальные. Давай 200 баксов. За твой косяк. Ты мне дай 200 баксов. Луис! Ебать, ты чё, мой БП сбил? Это ненормальный, твой мотоцикл сбил. На инвалидной коляске? Лежал. Там камеры есть. Ненормальный, ты на своей пину, блядь, сбил. Файн. Вау! Муха была, муха, муха была. Ты чё? Какая муха? Тебя нахуй заохуярить или чё? А? Муха, муха была, друг. Давай 200 баксов, слышишь? Какие 200 баксов? Давай, ты за ремонт должен бабки. Мне 200 баксов надо было. Давай быстрее, 200 баксов, вопрос закрыт. Кому дать? Мне давай. Каждому. Каждому, да, более точно. Вон камера есть. Посмотрим камеру, если он... Камера, ты муху у него за лавы сбил. Да. Без спроса. Может, он эту муху любил, блядь. Может, это его личная муха была. Да. Идемте камеру посмотрим. Ты что, ты нормальный камера? Давай 200 баксов каждому, либо сейчас я тебя шлепну. Пойдем. Сюда иди. Чё? Чё пойду? А? Пойдем. Чё пойду? Пойдем. А? Ты шлепнуть хочешь? Давай. По жопе шлепни его. Да не, мне это хипиш, зачем дюшманский? Да-да, просто заправку заехали, все, подъезжаем, подъезжаем. Да. Почему они меня там плохо, интересно, слышат в игре? А ХП восстановить только в больнице, да? А сейчас сколько лайков? Да-да, Абакар Алиев. Это тот самый Абакар Алиев, который с нами зашел, воевал против этих... И потом кинул нас другим, пошел. Как ты, Вац? Шустрый в натуре долго подъезжает, нет? Ахмад Гиавани, сегодня ты можешь нарваться на доту после харда. Сейчас посмотрю, что здесь побегают, что как. Тысяча 100 лайков? Да нет, штука 300 нужно по-любому делать сейчас. Ахмад Гига. Ну куда бегут, они долбанулись или его?
Давай, Смит, увидимся. Давай, 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 Луис, аккуратней. На Луиса Смита по-братски дворы подметал перед Рэем, бля, сейчас как он исполняет. Ух, бля, это кто на геликах едет, эй? Что происходит вообще? Ну что за кортеж проехал? Его перекрыли, приколи. Ну шалите, да что заехала диаспора, прикинь? Не выпускайте из парковки машины. Парковки машины не выпускайте, говори, этот остался. Смит, ты? Да. Садись, садись в машину, чё ты стал? Это ты что ли шустрый? Да-да-да, поехали. Чего они говорят, не выпускайте машины? А мы только заехали, они же видели. Подъедь, подъедь, отпусти окно. Отпусти окно. Парни, здравствуйте, а мы только-только вот да, заехали, забрали. Вас, да, сэр. Жать, ага, спасибо. Жать, все, спасибо. Спасибо. Ну, обедь слева. Да обедь, обедь, ничего страшного, это нормальные ребята. Обеть. Вот этот справа, который лежит, он только что передо мной их не байк задел. Там же Луис был. Да, я увидел, вот он когда уезжал. Сейчас поехали к ребятам, как раз вот сейчас я тебя поставлю в навигатор. Давай. Смотри, Смит. Смит. Да-да-да. Короче, ты вчера, когда был на похоронах, там девушка была. Это, короче, ты с ней там, так сказать, ну, разговаривал на повышенных тонах, да, мягко говоря. Да. Это, короче, девушка Кларк оказалась. А Кларк кто такой? Кларк это очень влиятельный человек. Серьезно? Да, за слова отвечаю. Ну ничего, все нормально, ты просто сейчас приедешь, я как бы решил вопрос, просто ты не... Короче, смотри, тебя могут потерять, я кроме шуток сейчас говорю, но я решил вопрос, вот, мы едем сейчас туда, вот, давай ты только меня не позорь, мы там аккуратно встанем, ты просто скажи, да, да, не обессудь, я ничего плохого не имею, просто похороны были, скажи, ну чуть выпил там, да, на похоронах там, или что там ты вмазывал, что такое. Мы сейчас куда едем, извиняться кому-то? Мы сейчас едем, не извиняться, ты, ну, слушай, если мы не приедем, они сами тебя найдут, приедут, прям вот, поверь, в кратчайшие сроки. То есть ты, тебя уже ищут. Это мы лучше сами приедем, да, ты по-человечески скажешь, подойдешь, скажешь, не обессуй, вот так было, вот, и все. Это я тебе, короче, твою сейчас задницу спасаю. Потому что если ты не поедешь сейчас туда, мы сейчас туда не поедем, не поговорим с ними сами, они потом сами к тебе приедут. Это 100% информация, поверь мне. Я себя плохо чувствую, надо было в больницу заехать, у меня сердце болит. Ну, ладно, сейчас там заедем, рядом как раз есть больница. Точно? Да-да-да, на севере есть же больница. Я не хочу туда вообще ехать. У меня предчувствия нехорошие. Да, не переживай, нормально будет все. Сейчас я позвоню. Точно нормально все будет? Да-да-да. Я сколько таких историй слышал, то, что люди друг другу говорили, все будет нормально, и потом нормально не было. Алло. Слушай, мы уже едем. Ты на месте у себя? Не, слушай, да давай на джик там лишний, да, как бы сам понимаю. Может, лучше к вам в ангар аккуратно, только не это, да? Я ему объяснил все. Как бы, и да, вы его сильно, пожалуйста, не это, не кошмарьте, ладно? Пожалуйста. Все, спасибо, родной, спасибо большое. Кого не кошмарьте, ну, ты говоришь? Все, давай, давай. Слушай, ты, блядь, задел вчера жену, блядь, одного из влиятельных людей на севере. Тебя ищут, понимаешь? Мне звонили, за тебя сказали, мы тебя видели с тобой, понимаешь? И поэтому лучше по-хорошему, пускай человек подъедет. Ну, я им, раз он с тобой, они мне говорят, то, как бы, да, мы там, как бы, не будем применять... То, что они могут применить, понимаешь? Угу. И все, ты сейчас просто приедешь, скажешь, ну так, да, скажи, просто похороны были, скажи, я вне себя был, скажи. И все, скажи, там, блядь, ну, Луиса, скажи, там, родственник умер, Луис для меня, скажи, не последний человек, там, ты же Луиса давно знаешь, правильно? Это же правда, по сути. Поэтому, да. Ну, все. Ну и все. И все, и дашь себе кайфу. Просто сейчас, если это не сделать, они сами тебя найдут, приедут, и уже будет по-плохому все, понимаешь? Вот что я... А сейчас по-хорошему будет? Сейчас все, да. Точно. 100%. Все, едем тогда. Ну, давай сейчас увидишь, да. Вот мы уже приехали практически. Бля, у меня что-то аж пульс забился. Вот зеленый, ты заезжай. До 180 точно поднялся он.
Ты прям в ангар заезжай. Хорошо. Да-да-да. Бля. Да, прямо. Да можно просто прямо вот так, да, и все, и стой. Да-да, парни, заезжайте внутрь. Это все здесь будет происходить? Да-да-да, заезжайте внутрь. Да-да-да-да, Смит. Да не это, не очкуй, нормально. Все ровно будет. Все ровно будет. Все ровно будет, мужики, нормально да, все да, будет. Да-да-да, я ему сейчас позвоню, скажу, что мы... Да я сейчас выйду просто, как ей скажу, вот так, она там это, ну, она да, там скажешь, то, да. Ну да, скажешь, как бы, алло-алло, да, мы в ангар заехали. Ему. Ага. А все ждем, давай. Я, блядь, что, блядь, да, блядь, человек. Я Смит. Тоже, блядь, а. Не-не-не-не-не, давай так. Ты не прав, реально, ну, ты оскорбил девушку. Да, конечно. И... Без вот этого по-братски, ну. Не, я просто аккуратно объясню. Просто я боюсь, объясню. Что ты сейчас начнешь, Не, ты че? О, значит, пойдем, я тебя познакомлю. Пойдем. С... Кем это? Лоренцо? Да, а ты я знаком, с ним знаком, ну, конечно. А, ну все, вот он тоже будет, Лоренцо, приветствую. Лоренцо, здорово. Здорово, нормально, как? Все четко, ты как? Да, тоже неплохо. Ничего, мне сказали приехать, привезти Смита и с ним поговорить хотят. Это понял, вы-то заехали вот этим... А нам сказали в ангар заезжать. Не, я вам сейчас скажу машину, чтобы сесть. Парни, сядьте просто в машину, пожалуйста. Нет, выгнать лучше. Да, чтобы не... Выгнать их? Ну, не прям выгнать, машины выгнать. На улице. А, машину выгнать, все, понял. Все, как Лоренцо? Парни, просто ты тогда... Нормально, тоже нормально, все, отлично. А что у тебя стало? Да ничего не что-то, стало. Что-то случилось? Нет, все нормально, все равно, Лоренцо. Просто нормально. Пообщаться приехали. Здорово, Лоренцо. Ты майки не узнал, что ли? Не, я-то узнал, дело не в том, что я против того, чтобы сюда заезжать. Не-не-не, да я знаю, брат, да, просто машины лишние сюда заехали, да? Да. Все понял, все понял. За это могут ко мне... Со мной один человек остался в машине, просто как ему водитель, и все. А что у вас, что-то случилось? Он, нет, да ничего там, все нормально, ничего такого не случилось. Вчера, короче, ну он что-то выпил, да, что-то там сделал Смит? Да не, обычно он просто... Он что-то, короче, да, переволновался, что ли, или что там он, я не знаю. Может, ноги встал, я не знаю, с какой ноги он встал. Может, у него просто встал, я не знаю. Но он, короче, как оказалось, девушке Кларка, или она жена его, или это девушка пока что, да? Свадьба была у них? Ну, не суть. Суть в том, нет, что вот... Важно, да. Ну, да. С ней он, короче, ну, просто так скажем, на повышенных тонах чуть поговорить, ну, все нормально, сейчас просто по рукам дадут, и все. А ты точно разговаривался, мне кажется, сейчас может он пострадать здесь. Ты серьезно, нет, что ли? Мне обещали... Серьезно скажи, мне обещали, что опять. Блять, это не смех и грех. Если бы тебе не обещали, ты его не привез бы сюда, правильно? Ну да. Послушай, может, поедем в город? У меня там пару дел есть, тоже их сделаем. Если надо будет, они сами поедут в городе, пообщаемся. Да, теперь уже Лоренцо они предъявят, скажешь, как ты его отпустил отсюда, вот здесь был, потом его убить могут за это. Или пострадать он может, и что. Мы даже сейчас тебя... Да не будет, Лоренцо, не пугай его. Ты что так пугаешь, братан? Да не, мне что пугаться? Я что, реально может что-то быть? Пуганный, что ли? Да максимум волос решится, чувак, и все. Такое бывает. Вот этим двоим скажи, вот они точно могут пострадать. Вы точно пострадаете, вы за себя два слова сказали. Я-то сейчас они подъедут, им объясню, что да как. Они, может, думают, там какой-то тюфячок. Ребята, только спокойно разговаривай. Нормально я буду спокойно, адекватно разговаривать. Вообще спокойно. Лоренцо, будь, пожалуйста, рядом. Да что рядом, что-то я знаю. Хорошо, я же говорю, все, что не да как понять, что люди, рядом? Скажи, не пострадай не лучше, пока твою бородку, пока бородку не побрили, лучше отойди, я тебе серьезно говорю. Вы меня слышите или нет? Кого? Лоренцо на бородку? Ты что говоришь? Да, какого Лоренцо на бородку? Его уберем, говорит. Людям, пусть выйдут на улицу, там пострадают, а то они пострадают. А, вы выйдете, чего вы стоите тоже? Я просто чуть задумался. Я же это говорю, могут они пострадать. Да, а что они стоят, не слышат, что ли? Парни, вы что это подводите? Я не знаю, надеюсь, все нормально будет, в принципе. Да я уже про это и говорил, Лоренцо, ты не напугал, ты будь рядом. Я просто не брат. Знаю, в чем проблема. Набери ты ему, что долго его ждать? Сказал, что едет уже. Да ты что, у людей больше дел нету, что ли? Пускай побыстрее едет. Да не надо так ему говорить, больше дел нету. Потом они сами за тобой приедут, и потом точно хуево все будет. Потом тебя, блядь, здесь день носить. Это что, ты знаешь, что это такие? Это серьезные ребята. Кто? Это серьезные ребята. Вот они, Лоренцо, вот кто такие, это, видишь, такие головной убор, так сказать. Ну я тоже серьезный человек. Ну ты серьезный пиздец, и, блядь, как, блядь. Давай, Дани, не начинай по-братски, серьезный человек. Ты 15 штук закинул? Ты сделал, да, 15 штук.
Ты сделал дело, поэтому сейчас скажи, не обессудьте, туда-сюда, все нормально. Так и сказать, вот, не обессудьте. Ну скажи, извините, да, скажи, что там сказать надо, скажи, что, что вообще, выслушай их. Не, их выслушаем сначала, сначала, меня тоже выслушай, может, да, в итоге они извиняться начнут. Ну она что, тебя нахамила, что ли? Ты же ее хуесосил вчера стоял. В этом плане ты точно ошибаешься. Ты же ее хуесосил вчера стоял, как она могла тебя нахамить. Я ее хуесосил, она меня тоже хуесосила. Я подошел, я сказал, помнишь, тебя потерять могут здесь. Да, ты помнишь, что ли? Луис тоже к тебе подошел. Лучше я тебе скажу, и ты мне на слово поверишь. Давай. Да. Сейчас ты не в том положении, чтобы здесь доказывать свою правду. Даже если ты прав, лучше скажи, как тебе говорить. Что... Вот, вот, вот. Я же про это и говорю. Вот, старший брат, молодец, спасибо, Лоренцо. Вот я же про это тебе и говорю, Смит. Он просто, знаешь, он последнее время на каком-то, я не знаю, он какой-то взбудораженный постоянно такой ходит. Да не, я вообще спокойный. Всех пытаются что-то развести, пытаются что-то докопаться такое. Надо спокойно себя, так тут потерять могут. Это уже, это другой штат здесь, ты прилетел. Здесь так не работает. Если хочешь жить, ну, умей жить, как говорится, понимаешь? Я так скажу, Кларк у нас человек настроения. Кларк, это ты что, это мой пиздец за, какой брат, бля? Первым я с ним познакомился, да. За его женщину может даже и свой человек пострадать. Что уже говорить, вот, о чужом человеке, поэтому... Поэтому, а ты не хотел сюда ехать? Если за тобой вина есть, лучше признай это. Да? Не накаляй ситуацию. Иначе, да я что за Кларк, я сейчас ему вот объясню все, как, что есть. Не, тогда тебя точно потеряют. Смотри, я сразу сказал. Вот же Кларк. Не, это не Кларк. Здорово. Приветствую. Приветствую всех. Приветствую, мужики, репа, приветствую. Здорово, все мужики. Так, ну что, я думаю, нет смысла. А мне Кларк, репа. А в смысле спит? Мы же его ждем. Кого ждать? Кларка? Нет, все уже приехали. Нет. Все уже... А, мы с ними должны были поговорить? Ну да. Вообще, больше с ней. До вчерашнего. А, знакомые это. Мы вчера там чуть закусили словесно с тобой, да? За кого вот с девушкой вообще? Нагрубили просто. Так, это не Кларк, а девушка. Кто сказал, что Кларк, а девушка? Никто не говорил, я говорил, близкий друг семьи. А нет, вот Шустрый говорит, Кларк, а девушка. А, я думал, Кларк и девушка. Я думал, ты сказал просто про девушку. Я какая думал, разница, вас... чья она девушка? Она же девушка. Если ее как-то кто-то оскорбил, ты надо... Ты давай было... много не разговаривай, извиняйся, ты нагрубил, то тоже мне здесь. В смысле, кто-то? Ты? Так, в смысле, кто? Кто в смысле, кто? Шустрый. Шустрый, ты что говоришь? А тот, кто в желтой рубашке. Нет, рубашке, вот он. Как кто в желтой говорить? Рубашке, это он. Он, это я. Шустрый, успокойся, все равно. Я понял, что про меня говорят. Не ты же вчера с ней там совестно закусился. Успокойся, расслабься, это же такие же люди, как и мы. Надо всегда уметь разговаривать. Правильно? Пойдем, чтобы время твое не терять, я скажу. Ты мне вчера что-то сказал, а я тебе что-то ответил. У нас получился с тобой какой-то мини-такой конфликт. Тебя это так сильно задело? Хорошо, я отогну тогда, разберитесь сами. Я не помню даже, что я тебе вчера говорил. Тебе напомнить? Напомни, если ты тебя так это задело. Меня задело, что ты моего отца Гондоном назвал. А ты мою мать же кем-то назвала, если я не ошибаюсь. А мне, когда я сказала, не орите на все кладбище, здесь кроме вас еще другие есть, и никому не интересно слушать о том, кто и как Дуиса имел, кого сейчас Дуис имел. Мы находились на похоронах деда Эрна, и вы, двое, вернее даже ты, очень уважительно относился к деду. Уважительно? С ними разговор неуважительно. Я Луиса знаю. Я сказала, чтобы вы не кричали на все кладбище. Что ты ответил? Напомни, пожалуйста, я не сама помню. Сама не ори, сучка. Так? Сучка тоже сказал, да? А. Вот за сучка извиняюсь, да, это лишнее было. Да. А потом? Я тебе ответила, что твоя мать сучка. А потом я тебе ответил насчет твоего отца, так? И дальше. Потом уже Луис, ну ладно, подошел. Короче, я думаю, просто ситуация решена, ну то есть. Что за клоунада? Это не клоунада, ты просто что-то мне сказал, я разговаривал за Луиса. Луис мой очень давний друг, я его очень хорошо знаю и уважаю. Пришел к нему на похороны, был не в настроении. Может... Классно ты, Луис, если что, еще жив. Нет, но у него, я имею в виду, пришел к нему, у него были похороны близких его людей, понимаешь? Да, это мой тоже дед. А, это твой тоже? Ты Луиса сестра? Это тоже мой.
мой дед. Тоже твой дед? Я приехала сюда не выслушивать о том, кто мои родственники, а кто нет. Все тогда, закроем эту тему. За то, что ты на мать задела, тоже извинись. Я тоже за то, что на отца задела, извинись. Я не буду извиняться. А если ты не будешь извиняться, я что ли должен один извиняться? А кто первый начал скопать? Я попросила... За сучку извинился же я. Сказал, сучка была лишняя, правильно? Извини, я реально погорячился насчет сучки, типа, это было некрасиво, да, признаюсь. Извиняю. Что, извиняешь, тогда я тебя тоже извиняю, хоть ты не извиняешься. Ну ты за маму лишнюю сказала, согласись. А ты за отца не лишнюю сказал? После это было уже. А с чего началось? Сучки. Ну за сучку извинился же. А за мать тебе трудно извиниться? Я спровоцировал и извинился, а ты извинишься? Я? Ты. Возможно. Извинись. Извинение за отца. Извинись. Я извинился, потом ты извиняешься, потом еще я раз рада, я извиняюсь. Что ты извинился. Извини, пожалуйста, я что я тебя назвал сучкой. Я тебя извиняю. Извинись, пожалуйста, что ты задела на мою мать. А я не буду извиняться. Сучка. Порешали? Все, закрыли тему. Да нет, не закрыли. А снова я сучка. Снова ты не извинила за мать. А я сейчас твою мать трогала. Ты вчера ее тронула. Я ее не трогала. Ты задела? Кого задела? Мою мать. После чего? После того, как я назвал тебя сучкой. Получается, ты спровоцировал. Получается, за сучку я извинился перед тобой, ты меня простила. А ты меня еще второй раз сейчас назвал. А я тебя второй раз назвал после того, как ты не назвала второй раз за извинение. А ты без уважения это сказал. Не из-за уважения это сказал. Да, без уважения. Я тебе уважительно искренне сказал, извини, пожалуйста, сучка была лишняя, если это реально так было. А тебе не позволяет вот твое нутро извиниться? Тебе что, стрёмно извиниться за то, что нам мать человеку задела в гневе? Мне стрёмно извиняться, когда ты так со мной общаешься. Я же попросил тебя прощения. Извини меня, пожалуйста, за то, что я тебе сказал, сучка. Это было лишним. Я говорю, извиняюсь, а потом как ты это сказал? А потом я говорю, извинись, пожалуйста, за мать. Ты говоришь, я не буду извиняться за мать. Извинись первый за отца. Да ладно, Смит, оставь уже этот разговор. Это бесполезно. Мне очень обидно. Я хочу, чтобы она извинилась за мать. У человека, видимо, никакого уважения к родителям нету, поэтому лучше оставить. Хорошо тогда. За сучку я извиняюсь перед тобой. Это было лишним. Вот и все. А это твое уже личное дело, извиняться за мать или нет? Ну, я просто спрашиваю, за отца будешь извиняться? Буду. Будешь. Ну, извиняйся за отца, я извиняюсь за мать. После мамы ты первая задела на маму. Ты должна извиниться за маму, потом я извиняюсь за отца. Давайте без вот этого первый, второй, третий, блядь. Извинитесь и все, блядь. И закрыли базар. Я вообще не нужна. Пиздец, хуйня уже начинается. Ну я знаю Луиса, он мой очень... Да, я же тебе это и говорю, блядь. В детском саду, что ли? Я же извинился. Я Луиса давний друг. У меня вот Лоренцо меня знает. Меня ребята знают по городу, я двигаюсь в городе. Я тоже не такой какой-то пряник, который там зашел. За то, что виноват, извини, сказал тебе. Извини. За сучку. Ну тебе не позволяй, и ты говоришь... Извиняюсь за то, что твою маму назвал сучку. Извиняюсь за то, что твоего отца назвал гондоном. Вот и все. Это просто, Слави, у меня к тебе ничего личного нету, я тебя не знаю, и с тобой общих дел у меня никогда не было никаких. Так если ты меня не знаешь, для чего ты так обзываешь? Извинился, извини, говорю. Ну, ситуация была. Реально, вот ситуация. Вот такая ситуация накаленная, что ну, я прохожу похороны, человек умер, я злой, да, на эмоции. Человек умер. И я нахожусь тоже на этом кладбище. Не просто так приехала, посмотрела, как. Ну вот такая ситуация получилась. Я думаю, уже все решили, да? Поехали, я тебя отвезу. Не держи на меня зла. Мне потому что у меня нету на тебя никакой злости. Да, все равно. Да, спасибо, мужики. Да не за что. Если в городе какие-то движения нужны будут, звони. Да, окей. Смит меня зовут в городе, знает меня. Ну, поехали, или, да? Чё мы? Или нет, все мы приехали. Куда? Я могу отвезти тему и приехать сюда. Ну давай, давай, наверное. Не обижайся, серьезно. Я не обижаюсь. Не бери слишком близко. Если бы я обижалась, то было бы по-другому. У меня нету к тебе никакого реального зла.
Хорошая, видно, девушка была. Извини. Вчера был очень тяжелый день. И вы стояли, разговаривали так громко, я попросила вас не орать на кладбище. Если вы это не понимаете и сразу воспринимаете в штыки и обзываете человека, которого вы вообще не знаете, это уже ваша проблема, ваше воспитание. Я полностью согласен с тобой, поэтому искренне извиняюсь перед тобой. Я вчера был неправ, я был не в здравом уме. Извини. Надеюсь, мы больше так не будем встречаться. Надеюсь, мы будем встречаться только с улыбками на лице и с помощью друг другу. Конечно. Меня Смит зовут. Смит уже спал, что меня Эмма. Эмма, очень красивое имя. А ты знаешь, что самая лучшая дружба начинается с ссоры? Ну тогда нам нужно набить друг друга морды. У меня никогда не поднимется рука на такое милое лицо. Я сейчас общаюсь. Только если по телу. Знаешь, у нас тут есть северный бой. Да, брат, звоните. Серьезно? Давайте, мужики. Да, давайте. Надо будет как-нибудь поучаствовать. Ну, да, да, вроде он извинился же он. Надеюсь, еще увидимся, Эмма. Извинился там, еще сейчас до сих пор извиняется. Да, вряд ли. Я север люблю, а не город. Я буду чаще пропадать в севере. Ага, на раньше. Все, давай, давай. Давай, давай. Ну, давай, давай. Собирайся обратно свои яйца. Я не знаю, я подумал, что это Кларка девушка. Просто сказал, что близкая девушка семьи. А какая может быть близкая девушка? Я думал, ты Кларка девушка. Чья семья, она близкая? Сказал, вашей семьи, Датанов. Да, я вообще понятия не имею, кто он, какая. Нахуй ты меня сюда привел перед какой-то шлюхой извиняться, что ли? Бля, ну они сказали тебе привезти, или мы за ним приедем. Конечно, я тебе привез, чтобы за твою задницу. Я вообще думал, что ты за Кларка говорил. Ты же говорил Кларка. Я тоже так подумал, что они мне сказали, единственная девушка, говорит, которая здесь, ну, я думаю, это Кларка девушка будет. За кого еще девушку он может не подтянуть? Я единственное знаю, что она работает где-то там, Джеки работала, она... Да я ее вообще первый раз в жизни вижу, я даже знать не знал, что... Может, кто-то из этих ребят наших, наверное, ее одербанит, а так я не знаю, кто. Ну, наверное, он и дербанит, раз он за нее впрягается, скорее всего, да? Вы меня позвали просто перед кем-то извиниться, кого кто-то кого-то дал. Я долби. Тебя никуда не звал. Ты меня шустрый. Никуда не звал, шустрый. Ты вот так меня сюда привез с таким ором. Типа сейчас здесь меня разрежут на куски. Они, когда меня увидели, дрожать начали, блядь. Кто дрожать начал? Вот эти, кто сюда подъехал, спроси, че. Давай, аккуратнее, начинай, мне такие вещи не говорить. Понял, да? Да я по фактам говорю. Когда я сказал ей... Ты, Лоренцо, он что говорит? По фактам говорит. Это близкие твои, да, Лоренцо? Я так в шутливой форме, конечно, говорю. Ну, бля, я и сучка в лицо сказал, на то пошло. Ей-то ты мой что угодно говори, мне вообще насрать. А, ну я же ему... Ты что думал, пока ты отошел, я и сучка ей сказал, и чуть ли и пощечину там не дал, бля. Я даже не извинился, она говорит, извини за маму. Я говорю, блядь, давай ты, говорю, блядь, здесь, блядь. А вот Лоренцо был, блядь. Ты видел, блядь. Ты меня на такую суету посадил, как будто мне сейчас ноги руки переломают, бля. Ну они увидели тоже, наверное, да, это я же на себя, посмотри на меня, бля. Увидели, что там не какой-то лысый такой, блядь, пиндюрчик с бородой, увидели, бля, жизнь видел. Я даже особо и не разговаривал, чтобы они поняли то. Да я тебя просил по телефону, чтобы тебе ничего не сделали. Подожди, Смит, что там по поводу лысых? Лысый мужчины. Лоренцо, что говорит? Лысые мужчины. Поехали. По-моему, как хочешь перед... лысым уехать. Не, Лоренцо. Я думаю, надо, Лоренцо, надо, Лоренцо. Бля, ты как хочешь, чтобы мне кто-то что-то плохое сделали? Ты хотел, чтобы... Не. Что я надо? Хочу, мне чтобы... кажется, тебе надо мне 15 тысяч дать, которые ты зажал. Сопровождением ездишь сюда на двух гелик. Я сейчас эти 50 заберу. Какие 50? Так их уже нету, бля. Да, я заберу, поверь, я обыщу тебя. Найду. Поэтому давай ты не накаляй, короче. Ты что-то за лысых говорил, Лоренцо? Я говорю, что лысые мужчины. А, смотри, как ты резко переобулся. А я что вообще говорил? Я говорил... Не, давай эту тему закроем. Слушай, Шустер, ты так говоришь, как будто среди нас один Евлос. Да. Так я же про это и говорю с тобой, поэтому я, наоборот, за тебя же. За тебя. Он за тебя, но не за себя. Так ты за себя не говоришь, просишь, чтобы я сказал. Да, ну я сейчас здесь ему предъявлю, меня же потом самого потеряют. Серьезно? Ну, конечно. В смысле, ты ему потом предъявишь? Да. Поехали за городом предъявишь. Я просто посмотреть хочу, как ты будешь предъявлять. Да зачем друг другу предъявлять, друзья? Ладно.
Мы же друзья с тобой. Конечно. Ладно, Лоренцо. Мы поедем, брат, тогда, если больше никаких вопросов ничего нету. Так у меня вопросов не было. Все тогда, брат. Давай, брат, усам. Лоренцо, давай, рад был тебя видеть. Давай. Все ровно, брат. Все ровно, брат, давай. Поехали. Пока ты со мной, у тебя все ровно будет. И шустрым, конечно же, моим братом. Шустрый, шустрый. Я тебя полюбил как старшего брата, я тебе серьезно говорю. Рассказывай. Я тебе клянусь, я тебя вот как брата люблю старшего. Бля, ты вот так как брата меня любишь, да, и вот такие вещи себе позволяешь делать. Тебе не стыдно хотя бы? Хотя бы капельки стыда, если есть у тебя, ты уже нормальный, значит. Если просто нету стыда, это странно, брат. Человек, которому просто так помогают здесь в городе, вот так встречают тебя, блядь, делают. Ты сейчас опять за этот полтинник начнешь рассказывать мне всю дорогу, да? Не, я рассказываю то, что ты, ну, обманываешь меня своих же. Зачем так делаешь? Где я тебя обманул? Человек, который, ну, брат, ты говоришь, что ты штраф оплатил. Как ты мог штраф оплатить, если ты пошел уснул у меня на хате? Я видел, как ты спишь. Ты же у меня на хате спишь. Поехали, брат, домой. Ну, в сторону дома поехали. Вот. И после этого ты еще берешь 15 штук, я тоже их тебе даю, и ты еще начинаешь, брат, дальше. Ну, как бы некрасиво, согласись. В смысле некрасиво? Я же был в терминале. Ты послушай, если с моего мировоззрения посмотреть, ну послушай, шустрый, родной, родненький, любимый мой. Послушай просто, любовь моя, сердце мое, просто послушай меня, уважаемый мой, любимый самый, который обнять хочу, брат. Ты послушай, что ты натворил. Ты меня за город вывез из центра города, когда я хотел девочек поехать стриптиз посмотреть. Заставил перед какой-то шлюхой извиняться. Да. Отошел, знаешь, типа, почему? Ты этого не видел. И сейчас еще мне упрекаешь то, что ты мне дал полтинник, который я на долги отдал, да? Не, я все правильно тебе делаю. Не, нихуя себе, оттянули меня, ты видел, во-первых. Во-вторых, мне сказали, когда по телефону, или мы, говорит, за ним сами приедем, или, говорит, вы сами сюда приедете. Что надо было сделать? Хуй на тебя забить? Скорее, ладно, мне вообще похуй на него, приезжайте, ебите его. Че, по кайфу с ним делаете? Как так, понимаешь? Или не понимаешь ты? Я поэтому тебя туда привез. Я откуда знал, что это не Кларк? Мне вообще... Мне знаешь, как сказали? Что ты нахамил девушке, приближенного к Даттонам. А я, ну, девушку, приближенную к Даттонам, одну знаю. Это вот жена Кларка, девушка Кларка, понимаешь? Я у Лоренцо, ты же видел, сразу спросил, когда мы приехали. Лоренцо, а Джей Кларк, я говорю, это же его девушка, да? Он говорит, нет, ты что? Понимаешь? Поэтому откуда я знал, что это вообще другой человек? Но сказали они тебе привезти, я тебе привез. Все, вы по рукам дали, что сейчас стало? Все нормально же? Ну все нормально. Ну? Поехали тогда сядем, кайфанем. Поехали. Зачем мы ругаемся, что-то обсуждаем? Все нормально, ты реально, вот если с твоей точки зрения посмотреть, ты все правильно сделал. Извини, извини, пожалуйста. Завтра, да не надо извиняться, брат. Просто извини меня, прости. Да не надо извиняться. Ты для меня все делаешь, я это не ценю, я неблагодарный. Прости, брат. Извини меня, пожалуйста, просто и все. Я реально не, ты мне деньги даешь, а ты их всяких неприятностей спасаешь. Все делаешь, я еще тебе что-то умудряюсь качать. Извини. Прости меня, любовь мое сердце. Я больше так не буду делать. Пожалуйста, остановись, добра. Оставь да просто. Я его даже пожалуйста. Не обижался на него. Извини мне меня. Просто сказали, если я перед шлюхой извинился перед тобой, мне уже вообще терять нечего. Я могу извиняться сколько говорит, хочешь. Ну, бля, я ебу. Ты меня перед какой-то путанной сельской заставил извиняться только что. Мне сельскую долбит. Эту путану сельскую долбит этот человек важный из Даттона. Он сказал тебя привезти, чтобы тебе хуёво не было. Здесь так не работает, брат. Это штат такой. Спроси у зеленого, у кого хочешь, спроси. За тобой бы выехал, тебя бы... Вот, тебя, бля, выебут, перевернут, потом ты еще будешь говорить, спасибо, шустрый, что ты меня отвез туда, бля, что мы по рукам, да, я извинился перед этим, как под путаны, и сейчас вопросов ко мне нету, понимаешь ты это или меня нет? Меня вообще порезать хотели, я лысый обошелся. Да он, наоборот, не ценит, он что, он это, видишь, так выставляет, как будто, блядь, я его отвез, пиздец, перед какой-то шлюхой, бля, извиняюсь. Это, да, шлюха, но это шлюха едет, смотри, кто, понимаешь? Кто? Что делать, если кто, Даттон, вот, который тебе предъявлял, блядь? Кто мне никто не предъявлял, я перед этим Даттоном мне сказал, ты сука, говорю ей. Ты не слышал же разговор, я стою, говорю, чё вы, бля, подошли сюда, бля, чё-то надо, говорю, бля, ты за шлюху пришел разговаривать, она говорит, ты мне извинись, говорит. Всё, ладно, давай, ты точно не будешь здесь рассказывать. Бля, позвони Лоренцо. Бля, не делай, да, я же сейчас позвоню, брат, не делай, пожалуйста. Я тебе говорю, я тебе, моё имя не Смит, а фамилия не Вилсон, если я ей в лицо не сказал, сучка.
Пойдем, я тебя познакомлю лучше со всеми ребятами. Пойдем. Нормальными, которыми ты можешь довериться, положиться, все сделать. Любое Зеленый, время. Пожалуйста, за любое время, да, закрой машину. Пойдемте, парни, сюда зайдем в гараж. Зонтик принеси. А загони машину в гараж, Зеленый. Зонтика нету. Дверь открой тогда. Загони машину в гараж. Не, пойдем туда, загони ее в гараж. Да что это? Бля, дождь на улице. Да-да, загони ее внутрь. Поехали в стриптиз-клуб, зачем мне ребятам не знакомиться? Сейчас поедем. Не, как понять? А, да, да. Выйди, да, хотя бы уважение сделай, ну ты в натуре, брат. Это так, я же говорю, люди, все, понял, которые давай. Завтра меня не будет, они тебе помогут, отвезут, подскажут, это что. Это боец какой-то, что ли? Да, да, брат. У меня одни спортсмены, это Джаз, короче. Джаз, здорово. Можешь любого от Джаза. Это Зеленый, короче, по правую руку. По какую правую руку? Вот. По левую от меня? Под правую от меня. А, вот это, да. Вот, вот, вот. Здорово, как зовут? Ник меня зовут. Ник? Ник. Ник и кто? Джаст. Ник и начальник охраны. Ник и Джаст. И вот начальник охраны Майки, познакомься. Майки очень приятно познакомиться. Он, да, брат, знаешь, как стреляет? Да оставь, не надо за меня столько рассказывать, брат. А это кто? Да, а я он даже что? Не за тебя раскачиваю, я за него раскачиваю. А, ты за него говоришь, что ли? Да, да, да. Понял. Я тут когда сказал много уважаемый, я сразу понял, что это я. Ебать, ты себя как сильно любишь, да? Я же в городе здесь в авторитете. Да, Азары, да, я кто бы сомневался. Все, поэтому. Вам по сколько лет им? 27, чувак. 27? Да, чувак. А тебе? 27. А тебе? Ровно так же. Братишки, послушайте сюда сейчас внимательно. Мне 29. Слушаем, старший брат. О, внимательно послушайте. Мне 29, я жизнь тоже видел. Там тут на улицах двигался. Я там только что этим датаном тоже раскачал. И гантаном раскачаю. И кому надо, я раскачаю и покачаю. Если какие-то советы что-то как-то нужны вам по жизни, ко мне обращайтесь уверенно. Все понял. Да. Если в страхе. Перед кем попало, не извиняйтесь, ребята. Свое внутри нельзя потерять. Умрите лучше, но это не сделайте. Всякими шлюхами не извиняйтесь. Тем более перед тёлками, шлюхами. Уже сделал, до конца стой на своем. Никогда назад не давай. В лицо всегда все говори. Никогда не извиняйся, если ты мужчина. Поняли? Никогда извинялись. Вот и все. Молодцы, братишки. Все. Смит. Да. Отойдем, пообщаемся на секундочку. Пойдем? Ну, Стрела, переодеться можно, да? Да, да, конечно. Ну, мы в город едем, может, оставишь там? И за тебя человек, так сказать, счастливо раскачивал, типа ты такой, типа, его знакомый друг и так далее. Я вижу, ты любишь, ну, вмешиваться в разные дела, типа, переделки или переделки. Я думаю, ты тоже спортом занимался, чувак, но я думаю, это тебе не помешает, чувак, в будущем, типа. Тебе удар был, как кувалда, чувак, шаришь. От души, я вижу по тебе тоже, ты ровный пацанчик, ты правильно идешь, блин. А за бороду, чувак, просто вот генетика не одарила, чувак, на щеках не растет борода, чувак, шаришь. Ничего страшного, тебе так она идет, ты похож на такого льва со шрамом, бля, ты он и есть, мне кажется. Думаешь, чувак? Я уверен, я по твоему лицу вижу, ты жизнь видел. Ты хладнокровный, спокойный отморозок районовский, бля, который что-то как-то тебя там тут в узких кругах знают, пацаны, бля, то, что ты потянешься. Тебе надо какой-нибудь стритнейм дать. У меня есть так, чувак, меня так... Каспером называют, чувак, я появляюсь ниоткуда, чувак. Каспер, а у меня был брат Каспер, есть и будет, брат. Это я львиное чувак. Сердце, ты мне будешь напоминать его. Молчаливый, хладнокровный, который всегда рядом. В принципе, чувак, рад был с тобой познакомиться, чувак. Все взаимно, все, брат моего брата, мой брат. А когда не, чувак? Все правильно. Все, в принципе, я все сказал, чувак. Все, от души тебе за подгон. Я всегда рядом, за любым советом. Тебя не слышно, брат, если что. Поехали. Че, надо, все, наверное, поехать отдыхать уже. Очень приятно познакомиться, очень достойные рядом с тобой люди. Я не сомневался, Жустрый, что ты мой брат, мое сердце, которое так же, как я, на мир смотрит. Достойный. Спасибо от души, братуха. Я говорю, брат. Поехали. Куда путь держим? Кайфовать, где тёлки есть. Где тёлки есть? Я наберу Луису, узнаю. Давай. Луис, не отвлекай. Да не особо. А где ты говорил, есть девушки, которые танцуют? Давай, Ванила. Ванила? Я не знаю.
Да, ванила, там где туфелька, знаешь? Где туфелька, да. Ванила, где да, туфелька. Звезда, может, все, на туфельку? Да, да, да. Бля, там такое место, знаешь. А брат, где там... еще бывают, ты не знаешь, Луис? Слышишь, зеленый, он сейчас там будет опять качать, там сейчас приедут зеленые, брат, и... Все, на связи, Луис, спасибо тебе. Ай, давай, а куда может тогда? Пока ты со мной проблем не будешь, езжай, шустрый, ты увидишь, кто твой брат младший. Поезжай просто туда уверенно. Доверься. Смотри, мне. Брат, мне да. Доверься, просто мне доверься. Его крышуют, короче. Я. Люди, ты... Я их знаю. Всё. Я их знаю, поехали. Ты когда не знал их? Я поехали. Познакомился с ним. Все, поехали. Поставь на GPS шустрый. Да. Мне надо заехать в больницу, я тебе говорил, у меня сердце чуть покалывает. Сейчас давай заедем, в больницу. Давай, заедем в больницу. Сразу. Вот, я поставил метку. Ага, всё, на навигаторе. Шустрый, ну как в городе вообще живется? Да ничего, тихо. Сейчас в последнее время тяжело стало по бизнесу, по работе, а так вроде нормально все. Реально тяжело стало, да? Шустрый, а? Мне да, срочно надо все аути, сможешь за руль сесть? Да, конечно, да вообще без проблем. Ты медитируешь, что ли? Я мастурбирую, братан. Ты вот так хочешь вперед сейчас посеть, сесть и подрочить? Да. Хочешь рядом с ним сядь? Кто? Я быстро. Быстро взрачни тогда и давай поедем. Какая дурная. Подожди, охрана потеряла сзади. Быстро не езжай, он же дрочит. Бля, вот она, бля. С охраной, бля. Ничего себе, шустрый. Ты его так само начал такой же, как я, обычный человек был. Так сейчас ты с охраной двигаешься? Ты сам всего добился, то есть, да? Шустрый. Не, мне вот так по 50 тысяч давали, брат. И так я и поднялся. Конечно, брат. До сих пор дают, да? Да. Вот же больница, бля. Да. Оно. Старина решил тут тряснуть все-таки. Меня прям возле главного входа высади. Да. Собака. Пойдем со мной, шустрый, я же там не разберусь, без тебя что-то натворю опять. Девушка, здравствуйте. Добрый день. Сердце покалывает. Можете что-нибудь, таблетку, что-нибудь дать? Сердце покалывает. Сердце покалывает. Молодой еще, бля, для сердца. ID-карту. ID-карту? Да. Держите, пожалуйста. Девушка, это не вы мне комментарий в инсталайфе писали, красавчик, под фотографией? Нет. Очень жаль. Думал сегодня с кем-нибудь кофе попить. Телевизор посмотреть. Netflix посмотреть. Присунуть кому-нибудь рыжего цвета с волосами. Так. Держите таблетку, запивайте водой, через пять сроков станет легче. Mm-hmm.
Господа? Да, все, можете вставать, страховки у вас нет, поэтому с вас 400 баксов. 400 баксов? Хочу. Давайте вам перейду. Угу. Могу себе это позволить, когда на карте имеешь 765 тысяч долларов. Может, сходим сегодня куда-нибудь? Ты в отношениях с кем-нибудь? Да, в отношениях, замужем. Серьезно? Да. Так бы сходила? Ну, если, допустим, его не было бы. Да, он есть. Ну, поэтому... ну примерно его нету, представь. Ну, но он есть. Ну, вот если не было бы, сходила бы со мной? Ну, его есть. Он, номер телефона? 910. Угу. 95-59. Сумма? 400. А если я 500 отправлю, это 100 тебе будет? Чего? Если 500 отправлю, сотка тебе останется? Да и 400 мне останутся. А, серьезно? Да. Давай за 300 тогда сделаем. И это у нас есть ценовая политика. Поэтому так вот. Поэтому тебе 400. Все, придите. Все? Вроде? Да, конечно. А вы давно замужем? Да. Сколько уже? Давно. Это около 3 месяцев. О, нравится в браке? Нормально, не жалуюсь. Мне кажется, какая-то вы грустная. Все в порядке, вам кажется. Всего хорошего вам, спасибо. Только до свидания, доктор. Какой серьезно может быть с Марко? Серьезно только с Марко. Слышишь, мужик? Чё? Это тебя сегодня возле кафе отпиздили? А? Ты знаешь этих людей? Кого? Кто на меня напал? Я их первый раз вижу. Как и собак. Ну я могу тебе помочь, честно сказать. Хочешь отомстить им? Очень сильно хочу. Ты серьезно? Да. Я знаю одного из них. Ты кого знаешь? Ну, который вот тебе говорил, что ты 200 баксов ему должен. Который... есть его номер. У меня есть все его, я могу даже его вытянуть одного, и мы можем его наказать. Я вижу по тебе, они просто так до тебя докопались. Я даже... полиция пришла, я сказала, никаких проблем нет. Отпустите человека. Серьезно? Да. Давай вдвоем вытянем его, накажем. Пойдем. Ты серьезно, ты готов будешь, если его вытянуть и сделать? Конечно. Ну, нам нужны маски для, наверное, для этого, или как? У меня есть маска. У меня нету. У тебя руки развязаны? Да, развязаны. Давай сделаем ему. Лежи. Уму. Слышишь? Да. Как его вытянуть? А что мне за это будет? Будет китайский подарок. Смысл мне это делать? Я тебя порадую. Порадую сейчас и потом. Я Лао Джу. Я держу свое слово. Как тебя зовут? Меня Лао зовут. Лао? Да. Меня Смит. Вилсон Смит. Очень, очень приятно. Подожди секунду. Алло. Алло, у тебя нормально все? Да, подъедешь к главному ходу через пару минут? Да, 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 хорошо. Давай. Набери, тогда подъедем. Давай. Ага, давай. Слушай, мне здесь ехать надо. У меня одна тема очень серьезная. Сколько ты будешь сюда? Готов? Он приедет туда, куда я скажу, и ты можешь приехать туда, куда я скажу. И тогда мы его там хрустим с тобой. Хорошо, записать мой номер. Записать твой номер, уже записал его. И потом позвоните мне, мне локацию скинуть, я приехать. Что мне будет от этого? 5000. Это мало. У меня больше нет. Ты понимаешь, что это десятка минимум будет стоить, человека вытянут, а потом у меня проблемы начнутся?
Я такси работаю, у меня денег нет. Хорошо, кидай 5 кусков и говори свой номер быстрее. Я сейчас его вытяну, как раз ко мне звонил, должен был с ним увидеться. Кину после. В смысле после? Ты меня кинуть хочешь, что ли? Я лауджу, я никого не кидать и не... Тогда кинь хотя бы аванс 2,5, я его вытяну, запишу твой номер и подъедешь. Хорошо. Я тебе кину 1000. Записывай. Какую 1000? 2,5 кидай, если уже кидаешь. 2, 3, 1. Кидай 2,5 половину, я его вытягиваю. 2, 3, 1. 42, 41. Мне нету смысла тебе врать, я просто вижу, что до тебя просто так докопались, хотели себя 200 баксов взять. Кинь 2,5, я тебе его вытяну, я тебе слово даю. Вот. Теперь дай свой номер телефона. 5, 2, 3, 1, 3, 5, 1. 5, 2, 3. 1, 3, 5, 1. 1, 3. Да. И 3. Потом? 5, 1. Как тебя звали, Лиу? Лао. Такая нахуй разница. Тоже вельно. Так, Лао или Лиу, как тебя там? Будь на связи. Будь заряжен. Это будет в течение очень... Я здесь и стою. Ждать тебя. Давай. Сразу выезжай, как я скажу. Хорошо. Смит, слышишь? Бля, я весь промок, подождем, пожалуйста, развернись машину, Смит. Да. Сейчас, постой, послушай, сейчас... Дождь идет быстрее, я на улице промокну сейчас. Ну подойди, дайте дорогу перейти, у нас человек этот, бури стал, сейчас он... Короче, подойди сюда машину, а вот все, ага. Садись, Смит. Бля, как холодно, я заболею, у меня же хронический танзелит, блядь. Да ладно, нормально, все. Да приведем, в смысле нормально, я же свой организм знаю. Есть чай, да, с имбирем? Ничего не будет с тобой за по рука. Так тоже надо, нельзя. Надо тоже тренировать иммунитет. Закаляться. Да мне гланды удалить надо, вот и все. Гланды надо, да, а вот все, он вернулся, все. Все, он вздрачнул уже, кончил ты? Слышишь, не, я не про него у говорю. Меня сейчас тема есть одна. Я тебе сейчас покажу, какие я темы делаю. Подъезжаем к главному ходу, быстрее. Налево, налево, вон к этому парню. Пусти окно перед ним. Садись быстрее. Садись быстрее машину. Машину садись быстрее. Тихо, тихо, я тебе. Это я мой знакомый, ты что? Это мой знакомый, ты что делаешь? Это мой знакомый. Сейчас я тебе объясню. Я тебе слушаю, меня внимательно, брат. 4 человека, нас больше. Блять, это мой человек. Он просто едет с нами отдыхать, возьми его. То, что ты делаешь, нас больше 4 человек, потом будет проблем. Просто скажи вот так и все. Убери просто 2 потом и все. Ну подъедь к нему, забери его и им отбой дай, ну. Поехали. Бля, что ты делаешь, это мои деньги, ты мне 2,5, ты мне 5000 должен. Я тебе 5000 должен? Ты мне 5000 должен, потому что этот парень мне должен 5000 дать. Ладно. Дай закинь прямо сейчас, ты знаешь мой номер? Сейчас я тебя вывезу тогда в лес, подожди. Бля, ну парни, что ты брату своему говоришь, скажи. Ну как ты любимого брата, который ты одинаковое мировоззрение, все точь-в-точь как у тебя. Это человек мне 5 тысяч, хорошо, это человек, шустрый, это человек мне 5 штук должен был. Ты не забрал его. Нет, ты мне должен сейчас 5000. Не, я тебе сейчас эти заберу тогда. Какие эти, ты всю дорогу упрекаешь, забери тогда уже все, что ты мне дал. Сейчас я тебе телефон заберу и ты все переведу с твоего. Нету у меня нету на карте денег. Посмотри на, бля. На, я вот, нету банк, ничего. Открою. Как банк, что, посмотри, да, ничего нету ты... там. $1300 последний. Ты как не сдаешься. Бля, ты как за деньги разговариваешь? Я не знаю, что ты такой жадный. Да-да, я пиздец жадный. Сейчас опять скажешь, да-да, пиздец жадный, я тебе 50 тысяч дал. Бля, нахуй я у тебя эти 50 тысяч взял, бля. Ты мне говоришь, что я жадный? Ты мне говоришь, что я жадный, да? Сам подходишь к человеку, говоришь, он мне должен 5 тысяч. Теперь ты мне должен 5 тысяч, которые, блядь, и то неизвестный человек, бедолага, там просто стоит, свою жизнь живет. Он тебе сказал, я 5 тысяч должен, и ты просто меня разводишь вот так. Поэтому, блядь, у меня этого человека номер есть, если ты не веришь. Подожди. Дай мне его номер сюда, дай я ему наберу. А если ты ему наберешь, и этот человек реально поднимет телефон, ты дашь мне 5 тысяч? Что, а если бы у деда... Хорошо, давай. Давай, не если, давай. Вот на 5 тысяч сейчас. Хорошо, давай, подожди. Не-не-не. Так, не-не-не, ты же говоришь, вот записывай 523, 523, 1351. И 5 тысяч сразу на карту переводи.
Ты говоришь, хуй знает это вообще чейка. 523, дальше. 523, 1351. Ты думаешь, я тебя на ура беру? Бля, вот мне интересно, 13? Давай, 51. 51. Скажи, 51. Ты ждал только что человека звонка, скажи, Смита? По поводу темы, скажи, человека вытянуть. Поехали пока на... Не-не-не, дозвонись до него, дозвонись до него. Не, я-то дозвонюсь. А. Ага. Я-то звоню. Дозвони. Да, я звоню. Нахуй ты пробку сделал, сзади люди стоят, нас ждут вон на машине. Ничего страшного. Все понял. Но он не берет трубку. Не берет, хорошо. Ты мне вообще чей номер дал? Да? Давай я звоню к нему, подожди. Не надо, я ему сам позвоню. Не надо, я ему... Дай мне номер, хорошо, все. Я тебе дал. Блядь, ты мне, блядь, такой ты, сука, блядь. Смотри, мой 5000. Алло, ты слышишь, ты на связи? Да, я на связи. Да тебе человек от меня наберет. Шустрый у него будет погонял. Просто дай ему знать, что ну ты ждешь, чтобы сейчас подъеду за тобой. Там, ты там же? Да, я стоять. Готов быть? Все, стоять же, там готов быть, сейчас он тебя наберет. Давай, звони к нему. Записывай номер. Ты такой, не, 523? Ты мне не тот номер. Не тот, но как не тот? Человек-то тот, подъезжай к больнице, да, он там стоит. Я тебя, блядь, знаю, как облупленного. Подъезжай к больнице, если ты меня знаешь, и ты меня не узнаешь больше никогда, если это так. Ты говоришь, что этого человека не знаю, да, что он мне не должен 5000. Подъезжай туда, да, просто, вот подъедь, узнай, посади его в машину. Я не сказал, что он тебе должен. Я говорю, блядь, бедолага стоит там. Бедолага стоит, да, ну. Его, блядь, бабки на меня списываешь. Блядь, при чем? Должен, говорит, он меня не отдал. Ты же не подъехал к бедолаге. Нихуя ты его машину сажаешь, чувак, мою машину сажаешь. Чё его нельзя сажать? Это мой знакомый. Ты ему говоришь, садись в машину, поехали. И чё? А чё ему чё сказать, чтобы он сел в машину? Наш больше, бля, ты не понимаешь. Убери этих людей. Ну так надо было хотя бы изначально сказать мне план, чтобы мы их убрали, потом поехали. Давай вот сейчас уберем их здесь и поедем. Ну это другой разговор, наверное. Вот, поехали, да, вот другой разговор, поехали, ну? Поехали, оставайтесь здесь. Скажи, окно спусти, чтобы здесь оставили. Скажи, чтобы окно спустили, оставили. Да, не оставайтесь здесь, блядь, нихуя. Оставим, поехали. Мои 5000 там, дай мне 5000 тогда, и все, закроем эту тему. Дай 5000 просто, и все, я оставим здесь. Давай так, я тебе даю 5000, и на это все, короче, вообще я тебе давай не помогаю. Никогда ничего, ты мне ничего больше не должен, ты отвязался от меня. Записывай. Все, добро, давай. 2-3-1, 4-2-4-1. Вот последние 5000. Не перевел, нету их. Не, я перевел. Дай посмотрю. Не дошло ничего. Ничего нету. Все, выходи здесь. Бля, брат. Ты как нам, бля, собаку даже такую погоду на улицу хозяева не выгоняют? Ты меня хочешь выгнать? Ты только что сказал, что хорошо. Ну ты 5000 отправил? Отправил. Бля, ну зачем ты так со мной, брат? Ну ты же сказал сам хорошо. Я же тебе за язык не тянул. Ты же сам сказал. Что хорошо? Ну все, хорошо, больше ты меня знать не знаешь. Да, нет, знает, знаю. Знает, знаю. Больше ты мне ничего не должен, я имел в виду, брат любимый. Любимое сердце родное, доброе, большое такое, огромное. Ну обними, да, ну. Отдай эти 5000, закроем эту тему с тем человеком и пойдем отдыхать в клуб, смотри машины и тёлки там внутри. Давай, ладно, в клуб пойдем. Отправь 5000 и пойдем. У меня тема там горит, мне бабки, мне семью нужно делать, мне 29. Ты заебал. Что я заебал? У тебя уже все есть, ты об этом не думаешь, у меня нету денег. Мне нужна жена, бля, мне нужно за ней ухаживать. А жену я хочу пиздец какую себе, бля, нормальную. А нормальная пиздец за собой ухаживает. А если она пиздец за собой ухаживает, это крема, о, блядь, это все, блядь. Алло. Дай деньги, алло, мне надо делать на семью, блядь. Да подожди секунду, алло. Да, звонить, приветствую. Скажи, пожалуйста, сейчас человек в больнице стояли, это вы были, да? Мы к вам под... Смотрите, тут человек утверждает, что вы ему должны 5000. Это просто скажите, это правда или нет? Вы ему должны 5000? Вот и все, блядь. Положи телефон, положи. Положи телефон, не слушай больше, не говори больше, что он говорит. Он просто 5 должен, сказал, все, положи телефон. А, 2,5 должен. Давай, я сейчас туда подъеду, ты где находишься? Ни на какие не 2,5, что он пиздит, он мне 5 должен. Давай, сейчас я приеду туда. Давай, поехали. А, нихуя, он тебе в натуре должен, что ли, блядь? Ну я тебе чё говорю, отставь этих двоих зэй. Бля, я клянусь, я думал ты... Думал, я наёбываю тебя, брат. Да, клянусь, ну ты же мне сколько наёбывал, блядь, и сейчас... Хоть раз покажи, где я тебя наебал, хоть раз. Сгоревший кошкин дом, блядь. Хоть раз покажи. Меня там штрафа наебал, меня на 50 штук, всё, что такое, не наёбывал. Моё имя не Вилл Смит, если не оплатил хоть один штраф я. Твоё же имя, блядь, не Вилл Смит в натуре ты. Моё имя Смит Вилсон, блядь. Да ну нахуй, какое вообще у меня имя?
Да ну нах! Слышь, я тебе что тоже говорю, я даже забыл, как меня зовут в моменте. Все правильно, ты когда не забывал, подожди, сейчас все. Вот он ждет, тихо. Тихо, тихо. Не пугай его, бля. А спусти окно. Это дрочер, бля, спереди садись. Да, да, да. Садись в машину, садись в машину, садись. Не-не, просто садитесь в машину, мы вас не вывозим, ничего. Да никто никого не вывозит, успокойся, Шустер, ты что на такой суете вечно? Не-не, я же наоборот говорю, что да. Ты готов? Ага. Я всегда готов. Все, я тебя понял. Я лауджу. Я пойди. Алло, ба. Алло, ты где вы? Я в туалете мы. Я подъехать хотел увидеться. Давай. Можно я где-нибудь как-то на нейтральной только территории, где никого особо нету? Там просто разговор один был короткий, чисто с тобой. Ну давай на Джеки встретимся. Не, на Джеки много же людей будет. Ты не сказал бы. Давай, к Джеку подъедем и там увидимся и на машинах отъедем давай, оттуда. Давай. Просто поговорить с тобой именно хотел. Ага, угу. Давай. Давай. Я ему написал, чтобы сейчас он еще один был. Сейчас я его вытяну. Знаешь, какая тема шустрая? Кого ты хочешь вытянуть? Сегодня, короче, вот этого человека обвинили, то, что он мотоцикл стукнул. На него просто так навесили. Толпой его забили. Я увидел это несправедливое действие с их стороны. Решил сегодня его увидеть. Я решил, ты подрочил? Жестко. Все, убирай этот телефон. Сядь за руль, сядь за руль. Сядь за руль, у тебя рука сейчас надроченная, чтобы ты это руль, блядь, как свой хуй держал. Сядь за руль, езжай посередине, за нами, едь за нами. Луис. Поехали, Майк. Какой Луис? Будьте на Шустрый готове, где, будьте бля? На готове. На какой готове, что он несет? Короче, что-то пропустил, ты пока дрочил здесь, бля, половина мира, бля, там перевернулась, бля. Не суть, короче. Чё ты там историю познавательную какую-то рассказывал? Я историю рассказывал, как один пацан хуй дрочил и вытянул его случайно наружу, блядь. Ох, бля. Смотри, аккуратнее будь, его сильно не зажимай, бля, при дрочке. Все понял. Спасибо за совет. Нормально, обращайся. Не переусердствуй так, как говорится, блядь. Все понял. Ты часто дрочишь, да? Нет, на самом деле нет. А что тебе так... Что такое дрочишь? Дрочишь — это когда ты свой половой орган руками вверх-вниз, вот так, блядь, со скоростью света, блядь, дергаешь. А, понял. Хорошо. Это у вас как называется? Тафейзи. Как? Тафейзи. Пафейзи? Да. Это что в переводе? Вот так вот это делает, да? Дрочишь. Пафейди, да? Тафейзи, да. Пафейди. Кто разговаривает? Это кто с нами? Да, сидит? Нормально все, езжай просто прямо. А, это наш друг новый, да? Да. Ебать, я его не увидел. Привет. Привет. Как тебя зовут? Лау зовут. Лау. Лау? Да. Очень приятно, меня Ник зовут. Приятно. Чё, чё, рассказывай, как дела? Ты 9, бля, когда нету. Ничего, я сегодня стоять очень несправедливо. И он сегодня пизды пал. Давай я буду твоим переводчиком с русского на русский. Давай. Наебал. Давай. Сегодня... Он получил пизды. Подожди. Алло. Да-да, Смит, послушай, пожалуйста. Ты этот человек, который рядом, ты его сколько знаешь? Давно знаешь? Ну, я примерно так относительно давно, да. Я пока с больницы вышел, пока с ним сейчас... разговаривал. Это уже, я, блядь, понял, сколько? Минут 5-10 точно. Не, я его знаю. Ты его минут 5-10 давно знаешь, да, вот так? Скажи, пожалуйста, он тебе деньги отдал? Нет, ты мне должен 5. Переведи прямо сейчас, закроем эту тему. Ты же говорил, я сейчас ему наберу, если он должен, я тебе дам. Вот он должен. Ты же мне должен 5000. Он сказал, во-первых, 2500. Да, должен, говорит. Нет, он не так сказал. Он сейчас рядом сидит, да, говорит. Ты говорил, если он тебе должен, я тебе. Давай, даешь ты? Переведешь сейчас? Это мой жадный брат. Очень жадный на деньги. Это твой брат? Это мой брат, да. Жаднее этого человека на деньги я еще никого не видел в своей жизни. Это все его машина, да? Это все его охрана, сопровождение, водители, это все его. Он очень жадный на бабки, крахобор. Сейчас, подожди, я сяду в этот. Он пока хорошо. Не слышит, я скажу, у него в узких руках погоняло крахобор, но он не знает об этом. Просто крахмал.
О, вот же любимый мой брат пришел. Как я по тебе соскучился. Ты переводишь или нет? Да, сейчас переведу. Переведи, я тебя прошу, пожалуйста. Ну хватит уже издеваться надо мной. Ты же человек слова. Зачем ты за эти копейки разговариваешь? Тебя сегодня-завтра завалят, блядь, все это имущество куда перейдет? Какой-нибудь шлюхи, на которую ты заморосил? Переведи деньги, пока есть человеку, который хочет подняться, который семью хочет создать. Ты уже облысел, тебе уже все пасы на себя. Ну, шустрый. Что с тобой? У тебя уже спина не держит позвоночник, ты вперед уходишь, когда машина вперед наклоняется. Переведи мне, пожалуйста, денег, я в новый город приехал, у меня ничего нету здесь. Ты тоже переведи, кстати, 2,5, уже все, мы сюда подъехали. Оба телефон передали сюда. Телефон? Резко оба телефона сюда передали. Шустрый, ты шутишь сейчас? Вдвоем оба телефона сюда передали. На, держи, шустрый. Убили пистолет. Держи, шустрый. На. Да. Дружище, ты тоже, я не хотел тебя сюда впутывать. Передай пока сюда свой телефон. Ага, все, передал. Так, смотри, Смит, ты на прицеле, короче. Да. Все, мы сейчас с тобой поедем, мне надо сейчас с тобой серьезно поговорить. Бля, Шустрый, ты серьезно? Да. Бля, что ты так завелся, Шустрый, из-за этих денег? Сейчас хочешь, я обратно отдам? Убирайте пистолет, пожалуйста. Тихо, успокойся, тебе сейчас они прострелят, блядь, успокойся, ты чё, блядь, с ума сошёл, что ли, блядь, тихо, я тебе говорю, успокойся, рот закрой свой, блядь. Ты не так пизды получил, ты хочешь ещё, блядь, за тебя тоже я пизды получил, тихо, что ли? Там! Ты же только что со мной, брат, я играл, сейчас что начинаешь, блядь? Извини. Но всё равно Все, туда не надо, она потом это. Все. Шком. Выходите из машины. Так, ты, дружище, ты останься. Джаз, ты его возьми с собой. Останься. Я этого чувака знаю. Да, ты с ним поэтому останься. Чувак, тебе вообще вопросов нету. Ты просто в ненужном месте, в ненужное время оказался. Подожди, Шустрый. Шустрый, у меня 2,5 тысячи должен, не отпускай пока его. Да. Да. А что, сядь вот эту машину на заднее сиденье, сядь вот тут. Шустрый, ты это какой-то спектакль, розыгрыш, ты специально, да? Ай, хорош, Шустрый. Хорош. Я так и знал, что ты разыграл. Да, хорош, Шустрый. Телефон обратно дай ему, да? У тебя моментами что-то голос очень тихий становится. У кого, у меня? Да. Нормально все. Сейчас да. Сколько у тебя денег на счету? 54 тысячи долларов. Давай переводи их сюда. Куда? Ну переводи, ты доставай банк. Бля, я Шустрый, ты серьезно, да? Да. Ты вот эти деньги заберешь, которые отдал? 100%, да. Давай. Ты никогда не слышал, дал, не забирай? Нет, я такого никогда не слышал. Ты серьезно хочешь у меня последнее забрать? Да. У брата своего. Да, брата. У которого ты любишь, который тебя любит больше всего. Да, давай. Ты хочешь все испортить из-за этих денег? Бумажек? Я все отдам, Шустрый, я тебя не хочу терять, брат. Хорошо, переводи. Шустрый, я не хочу тебя как брата потерять, я тебя полюбил, клянусь. Что я не так сделал? Скажи просто, я исправлюсь. Больше никогда такого не будет, Шустрый. Прости меня, пожалуйста, брат любимый. Боюсь, Шустрый, я тебя очкую, Шустрый. Пожалуйста, не делай лишних движений. Что сделаешь, Шустрый? Обувь снять. Скажи. Просто скажи, бля, я все для тебя сделал. Я за тебя любого, просто сука, порву. Переведи, все, бля, маленький, подожди, да ты, бля, зачем хоть разрываешь разговор, когда два брата общаются. На, ты, возьми, ты между на, ними возьми должен. Телефон. Я не взял. Не закрывай его рот, возьми. Не закрывай, телефон. Вот. Да, все, переводи на. Шустрый, не делай это, счет. Пожалуйста, Шустрый. Переводи на счет, тебе говорю. Бля, Шустрый, ебаный в рот. Это же, бля, мои деньги. 153. 00. 00? 80. 541, 44, 54? 153. Подожди. 0, 80. 153? 00. Ну? 80. 153, 55, 67? Да. 153, 55, 67? Да, 153, 00, 80. Бля, Шустрый, я тебя просто прошу, не забирай да у меня эти деньги. Делай быстрее, блядь. Бля, тебе не подходит, Шустрый, тебе это вообще давай, не идет, брат. Ты же доброе сердце у тебя внутри. Да. Ты неправильно сейчас делаешь, Шустрый.
Брат, да, блядь, ты нахуй, блядь, мне брат говоришь, а сам, блядь, какого-то, блядь, хуй пойми какого-то, блядь, кто это вообще, я не знаю. Это тема машина, моя, его. Это машина, ну, тема. Ну все, блядь, моя тема, моя, давай, блядь. Это моя тема, брат, шустрый, за что ты за это? Ты за, да, тему, блядь, за мою? За вот, это же мой хлеб, шустрый, это моя семья, я это мои дети. Я тебя сейчас застрелю. Я тебе пристрелю. Шустрый, что я не так сделал? Просто скажи, я перевожу уже, все, вот я уже вел, 153, 0,80, вот 50, сколько, 50, сколько перевести? 100, 1000, 2, 50? Да. 50 тысяч переведи. Бля, пиздец. 153, 00, 80. Все, отправил, шустрый. Отправил он? Да. Да. Ровная сумма? Это цена наших отношений, шустрый, круглая нашего братца. 50 тысяч долларов. Все, круглая сумма, все. То, что я дал, я забрал. Все, парни, поехали. Ты меня так оставишь тут, шустрый? Вот такое братство. Да, да, так я оставляю тебя, поехали. Бля, шустрый. Брат, ты тоже меня оставишь, да? Чувак. Тебе просто нужно с ним пообщаться, другой обстановке, и не наглядь, чувак. Он просто сказал, что ты, типа, много с ним разговариваешь, чувак, Черич. Наше братство, шустрый, 50 тысяч стоило, да? Наше братство, шустрый, 50 тысяч долларов стоило, брат мой любимый. Ты не такой внутри человек, ты сейчас это делаешь сквозь себя. Одумайся, шустрый, мы же братья, это всего лишь бумажка, шустрый. Это напечатанная бумажка людьми, которые управляют нами, шустрый. Главное же чувство человеческие, то, что у тебя внутри, шустрый. Это же доставляет нам удовольствие, как ты мог? Лысая хуйня, сука, ебаная, который пахал, бля, и теперь всех упрекает, чтобы они тоже пахали. Ебучий коммунист, чтоб ты сдох, сука, тварь ебучая, нахуй. Не человек, который заставил меня перед шлюхой извиняться. Гондон, я подниму с тебя первого, ебану, бля. Мразь ебучая, сука, лысая тварь, бля. Чтобы ты сдох, сука, разбился, нахуй, со своей охраной дешманской, бля. И ебень, бля, лучше бы в одну машину толпу посадил, чем на двух машинах по одному человеку сажать. Гондон, который пыль в глаза пускает, тварь ебаная, нахуй. Сучмик, блядь. Крахобор ебучий, сука, сдохни, нахуй. Умри, разбейся, нахуй. Тварь, блядь. Мужики, толкнуть сможете, да, что-то она... Сука, блядь, чё не поднимай телефон, блядь. Даже собаку в такую погоду не выгоняет. Это сука лысая, смотри. Хмырь, блядь. Брат, брат, говорит, сука, за 50 тысяч долларов, блядь. На холоде, голоде оставил человека, блядь. Такие братья, блядь. Бля, Луис, я тебя прошу, в такую хуйню попал. Забери меня, пожалуйста, нет времени объяснять. Я под скалой нахожусь, под скалой. Здесь еще тропинка, дорога такая есть. Найдешь это место? Скинь быстро положение. Так не найдешь, да? А-а. Я сейчас скину, скала, подъезжай, мне пиздец холодно. Скала и дорога, давай. Ты должен знать это место. Из города одно такое, есть. Давай. А, в городе. Давай. Сука, подожди, я поднимусь, блядь. А я обязательно поднимусь, блядь. Я обязательно поднимусь. Не сегодня, не завтра. Один день я поднимусь. Один день я поднимусь. Бля, сука, полтинник был, уже мог ебанутый какую-то тачку взять, блядь. Надо было брать, блядь. Я хотел квартиру купить за 100 тысяч долларов, блядь.
и в охуевших апартаментах уже жить, блядь, встречать людей. Самое главное, это квартира, где ты можешь, блядь, перекантоваться, блядь, и машина тоже, да. Сука, лысый крохобор, бля, вот гандон, бля. Вот, сука, ему жаба душила, что он вот так, блядь, взял, сука, на бабки, блядь, развелся. То есть с него вот так высосали полтинник, он охуел, бля, просто от этого. Он еще думает, ебать, я еще ему чуть ли 5 не отправил. Уже 55, а он еще, он почувствовал, что я оборот набираю. Я перегнул палку, блядь. Никогда не перегибать палку же, бля, говорили же мне на районе, бля, взросли какие. Главное, палку не перегни. Даже любая, сука, крыса, загнанная в угол, прыгни тебе в лицо. Нельзя чересчур сильно борщить. Надо знать меру, грань. Тут палка поломалась. Палка поломалась, и лысый ёбу дал, блядь. Лысая палка, сука. Этой палкой ему по ебальнику дать бы нахуй хорошенько, чтобы он охуел, блядь. Брат, брат, смеялся, блядь. А сука в итоге вывез на холоде, оставил одного. Боже мне, сука, долбоёб, блядь. Ты, говорит, вывез сюда кого-то, блядь. Очкун ебаный, блядь, который бабки заработал, сука, ну, блядь, нету нахуй душка, блядь, очкошник, блядь, себе какой-то охранный, блядь, воздушный, сука, блядь, оградил, блядь. Я за этого гандона дохуя чё слышал, блядь, здесь по городу, что он, сука, людям обещает, блядь, что ничего с ними не будет, а потом как сучка на полу лежит, блядь. Чмырило, его нахуй ебану первого, когда поднимусь, а я пиздец как быстро поднимусь, нахуй. Мне неделя нужна, чтобы уже нахуй на ногах твердо стоять, блядь. Гандон, сука, воздушный, блядь. Чмырила лысая, мразь, блядь. Он так, блядь, слышал за него, там тут в кофейнях рассказывали, блядь. Да-да-да, ничего не будет, выходи, все будет четко, блядь. И, сука, людей ебашат, блядь. Тварь, да, блядь, тварь, блядь. Как козел, блядь. Воздушный гангстер, сука, у которого очко дрожит, даже перед шлюхой заставляет извиняться, блядь, людей привозит, туда дрожит, блядь. Доброе сердце включает, сука, на всяких лохах, за счет которых зарабатывает. Он у нас за чистый труд, блядь. Идти надо, значит, если он работал, пахал, этот долбоеб, сука, который, бля, может по другим ходам пойти. Он выбрал один ход, ебень, пахал всю дорогу, заработал бабки. И как крохобор, сука, теперь за каждую. Он как охуел, что он 55 тысяч кому-то дал. Он сколько раз мне вчера это говорил. Я же сейчас, сука, вспоминаю на холоде это, на под дождем. Чтобы 5000 заработать, надо 2 часа на автобусе ездить. Ебень, все работы перепробовал здесь. Он долбоеб помещенный, сука, фанатик ебаный. Нахуй я у него эти деньги взял, пошел он нахуй, блядь. Очкулау, сука. Алло. Алло. Ты где? Я в полиции. Машина там? Забыла, тебе пришел. Переведи. Мне только всё. Довести телефон, обвелинуть. Я понял. Я здесь, блядь, застрял немного в кое-каком месте. Мне, чтобы свою машину забрать, там нужно 6 тысяч, мне чуть не хватает. Отправь 2,5, которые у тебя сейчас подъеду к тебе. Этот человек нас уже ждет, стоит. И сразу туда где выезжай. Стоит? Он стоит, я тебе локацию сейчас скину, ко мне сейчас подъезжает. Отправь 2,5, мне машину надо тоже свою забрать. На мой же номер. И подъезжай сюда, я тебе сейчас локацию скину. Быстрее только. Хорошо. Да, деньги отправь. Я нахуй, бля, не пропаду нигде, я никогда в жизни не работал, но всегда, блядь, у меня все было поесть, бля, попить. Вот же, бля, проехали за мной, наверное. Оу! Оу! Я тут! Луис! Фуй, бля, я в такую хуйню попал, Луис. Это, бля, шустрый, честно сказать, бля, пиздец, что за крохоборская хуйня. Стой! Алло! Алло, Смит. Да. Пизда. Не понял? Китаец ебанулся, что ли? Я, короче, блядь, помню, сегодня вы отпиздили одного? Слышишь? Луис. Луис. Луис.
Луис. То ли я, блядь, оглох, пока на улице стоял, мне дождь попал, то ли я тебя не слышу, блядь. Подожди, блядь. Уши надо, блядь, почистить. Надо выйти с машины, блядь, чуть попрыгать, блядь, чтобы нормально уши, блядь, с себя пришли. Блядь, здесь как холодно на улице, слышишь? Смерть. А. Ага. Неужели, блядь? У меня в уши вода попала, я нихуя не слышал, блядь. Я там столько простоял, блядь. Слышь, Луис? Ага. Поехали куда-нибудь? У меня такая хуйня получилась. Этот, блядь, шустрый пиздец какой крахобор, блядь. Он меня забрал. Почему? 50 тысяч, блядь. Да-да-да. Да, мои что? 50 тысяч он у меня забрал, ты представляешь? Мой, блядь, полтинник, который я честно заработал, блядь, который у меня был. Ну, который он мне дал. Он мне дал это полтинник, да, вчера. И, блядь, он его забрал, прикинь. Ты заработал или он дал? Ну, я заработал, он дал. У меня такая работа, блядь. Таких, сука, лохов разводить, как он, блядь, да. Ага-ага. Вот, блядь. А, с него заработал? Да, с него, с этого лысого, блядь, крахобора. Ага. Я, блядь, заработал денег. Так он, получается, заработал с тебя обратно? Да. Блядь. Я думал, мы друзья. Смит. А. А вы что, не друзья разве? Да никакой нахуй мне не друг, бля, лысый крахобор, бля, я его вообще брат там считал, блядь. Ага. А он, блядь, меня на берег вывез, блядь, оружие приставил к виску, блядь. Да-да-да, хуй. Да, я сейчас пиздец. А пиздец. Ты мне когда звонил, ты с кем был? Я там человеком был, помнишь, вы сегодня отпиздили одного? Ага. Я хотел Чинг-чунг. Его вытянуть, да, Чинг-чунг, Лонг его зовут, Лонг Айленд. Ага-ага. И все, блядь, я его вывез, он, блядь, готов уже был. Сидец, конечно, что вам сказать? Есть девочки расслабиться? Не знаю, сейчас посмотрим. Посмотри какую-нибудь, а нельзя путану снять, у меня знаешь сколько денег? А, 4000. 4000 долларов. Можно какую-нибудь путану снять? 4, не знаю, на тебя может в кармане пошебуршить пенис, я думаю, за 4. Давай хотя бы так. Сейчас что-то посмотрим. Посмотри, пожалуйста, Луис, я слышал, ты очень уважаемым человеком стал. А еще я слышал, что ты раньше какому-то рэю полы подметал, что ли, там пацаны говорили в кафе. Убирался у него, а сейчас ты типа такой серьезный человек на севере стал. Или это, Или это зашуганный крахобор так от тебя описывал, не знаю, короче. Где я сейчас главный на ферме? Ты главный фермер? А-а-а. А будет какая-то работенка для меня? Может мне на север переехать? Мне там один друг квартиру оставлял. Ствол, у меня все есть. У тебя там квартира есть? Да. А ты ее оплачивал? Нет. Зачем это? Все понял. Ладно. Ну куплю. Вау! Ты что, испугался? Да. Ладно. А так что девочку еще не шпилил? Никого еще не шпилил, хочу пошпикаться. Бля, я тоже с удовольствием. Давай придумаем что-нибудь вот, в честь твоих поминок. Кого-нибудь выебим. Можно. Ты вообще как относишься, ну? На гумной гармошке любишь играть? Это как? Ну, типа на кожаной гумной гармошке. На кожаной гармошке? А как на кожаной гармошке играть? А, ну, пизду лизать, любишь? Не, я никогда не лизал. Бай. Серьезно? Сейчас таких еще не прикалывают. Не хотел бы попробовать, типа. Да нет, ну, блядь, типа она оттуда ссет, а ты там лежишь, ну хуй знает, нет, такая тема. Ну не знаю, тебе ж пенис тоже смокчет, хоть ты оттуда ссышь. Ну она пускай покорчит, хоть я оттуда суну, я не буду это делать. Ага. Я просто еще, ну, чтоб девке сделать одновременно приятно с кем-то, знаешь, с мужиком, типа. Допустим, она так ляжет на бок. Поднимет ногу, понял? И одновременно лизать две дырки. Типа один пизду лежит, другой жопу. Я понял, что ты имеешь в виду. Она боком лежит, ногу красиво. Поднимает, да. Ну это да. Ну это такие извращенные какие-то, блядь. Ага. Это, блядь, чересчур, блядь. Я-то с таких вещей не прикалываю. Понял. Поехали просто кого-нибудь я присуну. Сейчас на водилу посмотрим. Я очень разочарован. Мне полтинник забрали.
Пиздец, это, конечно, много денег. Представь, 50 тысяч баксов, это много? Конечно, ты чё? Его, наверное, жаба душила, блядь. Ага. За такие деньги убивают здесь людей. Серьезно? Ага. Вот кому-нибудь скажешь, я тебе полтинник дам, ебани шустрого, ебану, да? Ну, если весомые причины будут, ебанут. Или достанут кого хочешь, откуда хочешь. Сука, я найду полтинник, принесу его нахуй ко мне, блядь. На коленях извиняться будет лысая мразь, блядь. Нихерово ты на него обиделся. Я пиздец на него разозлил. Я его братом считал, я любил его, блядь. От любви до ненависти один шаг, блядь. Он просто, блядь, меня вывел, блядь. Направил на меня пушку, заставил перевести с карты все мои бабки, блядь. А ты лизал пизду, дед? Конечно, ты чё, это мое любимое занятие. Серьезно? Конечно, ты чё, пизда, это как березовый сок вкусом. Такая смакота, ебануться. Да, ну на бы... Ага. Я бы... Я вот была бы возможность, чтобы девка мне дала полизать вот так пару часов. Я бы лизал, чтобы там аж на всей пизде, вот это на половых губах, на клиторе, понял? Mm-hmm. Там бы образовался такой мозоль. Знаешь, когда... ботинками на трехшпятку туфлями. Да. И вот такая ж водяной пузырь такой. Да, 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 да. Вот до такой вот степени. Я бы вот так всю пизду залезал бы, чтобы такой сплошной пизда. Ну, пузырь был на половых губах. Охуеть. Ты профессионал в этом, дед, по-моему, как я вижу. Да. Я занимался, знаешь, у меня просто пыль из небольших размеров. Я занимался растяжкой языка. Смотри на меня. Мешко длинный. Да ну наксу. А, я до второго подбородка достаю, блядь. И я, значит, растянул язык, я брал так полотенцем, оттягивал его, так по полчаса держал, растяжку делал. И я могу девке даже точку G стимулировать, понял? Да ну наксу, у тебя как у ящерицы язык, что ли, дядь? А, я засовываю язык, начинаю стимулировать точку G и губой стимулирую клитор. И вот моя жена, Дестечка, она мне даже, прикинь, сквиртила прям в рот. Да ну наксуй. Да, я потом полоскал горло этой вкуснятиной. От горла помогает, да? Ага. Ну видишь, сейчас. Вот сейчас бы кто-то дал, блядь, у меня бы горло не село, блядь, и не болело. Вот так промывать если тебе кто-то... уже периодически надо сквиртом, да? Если бы кто-то мне сквирта дал пополоскать горло, я бы сейчас, ну, нормально разговаривал. Я понимаю, дед, да. Ну у тебя, видишь, свое мировоззрение, бля. Я не люблю, бля, такие вещи, блядь, вообще, бля. Не то чтобы не люблю, я даже не представляю об этом. Аккуратно сунул, высунул, ушел. А, ты так чисто, по классике. Классика жанра. Подошел, засунул, отошел. Ничего, мы ни в какое место не поедем. В клюкву можем съездить, посмотреть. Там изичка работает. Поэтому все эти девочки. Джиджиджишка. Жижечка. Ага, поэтому жижа. Все эти девочки по тебе так моросят, типа, ой, Луис, не... Они, наверное, слышаны, как ты вылизываешь, да, все? Конечно, конечно, они ждут свое время. Давай вот здесь я заеду в магазин этот, мне надо там, блядь, чуть бороду подровнять. Сейчас скажи, я, наверное, пойду поем, пойду помою одежду, посплю. Ну, сделаю кучу дел. Просто я помню, как долго ты это все делаешь. Не, я вот сейчас быстро зашел вообще. Да. Смотри, уже все, поехали обратно. Да я пошли у тебя, секунду. Ай, да. А где, кто знает, по-братски это было? Кстати, сейчас на чат смотрю. Куртки, цвет, обувь, маски. Бау, Дюк. Дюк. Ба, Дюк, не слышу тебя. О, слышно. А что, кабан бегает? Или свинья? Ба, это с Гребси, да оттуда с домов прибежала тварь, ёбаная, сука, паскуда, мудила, говно.
Да рубани, блин, положи в холодильник, по частям разруби. Потому что я сейчас в городе. Сейчас буду иду. Тебе тетю искать. Ну, не в плане, чтобы ты ее трахнул, а я ее буду трахать, ты будешь считать ее своей тетей. Нет, ну если хочешь, можешь потом доесть после меня. Или посмотреть, можешь, ну, пойди свой по... Бля, сука, с моим делом, что это туберкулезник, ебаный в рот, мне надо в зал пойти, ебаный. Охуеть, как химик у меня где-то. Чусус. Охуеть, что со мной стало, пока я кайфовал, посмотри. А, че подобрать-то надо. У тебя ж ребра въелись. Или что-нибудь строгое. Ебать, у тебя костюм. Космустар. Твоя жена? Я разве, чтобы она нормально на моих гуляет? Пока-пока. Вы тоже. Реально? Конечно. Даже если, типа, если бы уже не было... Бля, детка вот там отключает. До свидания, девушка прекрасная. Прощаюсь, давай, мужик, хорошего вечера. Давай, давай, мужик, ага. не кричи, а то голос сорвал. Пиздец, как сорвал. Меня слышно что-то? Нормально?
забыл уже. Луис! А, он обзывался, блядь. Да, да, да. Пошел Барка в жопу, блядь, козел. Луис. Ладно, шучу, иди. Ау. Как ты? Ага. Как ты говоришь? Сейчас подожди секундочку, но... Зла не держу, я уже даже забыл. Да, мы, да, мы да, друг друга зла не должны держать. А как перчатки убрать, кто знает? А? Я не буду одежду менять, я сейчас так просто накинул этот. Был один такой пудила. А, конечно, ссал меня не раз. Ну вот. Я даже знаю. Один раз обоссал, прикинь, начальника пилбокса. Директора. И да, меня в черный список занесли. Да, я его прям на руки досал. Это что за Snowflake? Sweet. А ты что, Black White, что ли? Да, Black White, а че? Да ничего. Ты сам Snowflake, мне Snowflake говоришь, что ли? Ты на себя посмотри, блядь. Как мне на себя посмотреть? Дай зеркало. Бля, не хочу сегодня кого-нибудь порезать, бля. Сегодня слишком хороший день, бля. Пойдем отдохнем тогда. Не, не могу, бля, если честно, переодеться. Ух, нихуя. Ухуй. Сеньора! Пута мадре! Да пасты, блядь. Да, да, она в пизды даёт. Ебанутая, что ли? И находится. Собьёт, собьёт. Ебанутая. Блядь, у неё, блядь, собьёт. Крыша поехала, это из-за вот этих кастомных наркотиков, понял, блядь? А-а-а. Синтетика. Да, да, да. А чё, почему отдохнуть не можешь пойти? Не могу, да, сейчас вот переодеться нужно, да, к одной чики заехать, блядь. А туда хуй. Палок ей пустить. Можешь мы посмотрим, пойдем? Нет, конечно, блядь. Луис ей может пизду вылезать. Нет, 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 блядь. Зачем, блядь? Прочищу тебе путь. Не, да пошел ты нахуй, блядь. Я такой, блядь, да, до такого еще извращения, блядь, не дожил, блядь. Не хватает, блядь. Ладно, мужики, адиос. Адиос. Где мне спать лечь? Ты уже спать хочешь? Да. Я тебе могу подсказать лайфхак. Mm. Я когда жил на улице, видишь справа от меня внутри палатка. Где? Я вот внутри вот там. А когда магазин закрываться будет? Я Давай. Я просил людей, чтобы кто-то отвлек вот этого мобила охранника и заползал туда в палатку и там спал. А можно для чего? Да, конечно. Давай попробуем. Спокойно. Здорово, блин, как у тебя блестит вот. Да пиздец. Ты чё за суета, ле? Да, я сыр и соус я туда добавлял. Да нет, одно. Масло. Пойдём. Чё? Да не варик в этой палатке вырубится. Поехали. Ты лучше, чё? Блядь, по соку вмажем. В клюкву? Да. Погнали. Я как тебе, преобразился, свежак? Да, вообще как подросток. Бабен.
Ты что, только вышла? Да, 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 Луис красавчик, мать никогда не кинет. Я в городе. Ты в Сирийском? Блять, ехала ко мне? Я в этом, в клюкву буду. Клюкву, да. Не плакала, не плакала, ты мужчина. Да, ну да, хуй. Реально? Идрис, валикум салам, брат, как ты? Ладно, давай, давай. Да, да, меня на хату не пустил, в палатке говорит спи. Да, они у Луиса, куда бабки просить, у него нету денег. Ведрис, приятного просмотра тебе, брат. Всем братьям приятного просмотра в чате, всем салам алейкум. Тормозит это хрена баба, брат, откуда у него баб? Что, все закрыто? Да не, мне надо где-нибудь на улице, по-моему, вырубиться. Ладно. Таджикистану, Алексан. Луис, я пойду пройдусь там где-нибудь. Прогуляюсь. Если что, на связи, бро. Все, давай, смит. Давай, до завтра. Завтра я пораньше проснусь, у меня много дел, я хочу взъебать лысую гандилу. Ау, Лоренцо, здорово. Денджер футболку тоже одел, как бык. И так кожаные джинсы тоже взял. И шагаю вот такой походкой умной. Обосранной, блядь. Бля, ну это, сука, лысая гнида в натуре, покажи прибыль, сделаю я ему. Я же поднимусь, сука, я его выебу нахуй в этом городе, блядь. Лысая мразь, сука, еще человека на меня натравил. Еще мои 2,5 штуки долларов, которые я должен был заработать, и за него проебал. Мразь, сука, лысая, блядь, гнида ебучая, блядь. Не мужчина, сука, ебаный, черт, блядь. Чертополох ебучий, сука. Подожди, подожди, нахуй.